Добрый день, дорогие друзья! В эфире телешоу «Телеактивно» и мы, ведущие Лена Андреева и Ларина Сукуева. В нашем телешоу «Телеактивно» мы общаемся, используя слова, мимику, а также рисование. Все это вместе развивает наши коммуникативные навыки и умение работать в команде. А еще это очень веселая и азартная игра. Настолько азартная, что некоторые ее участники потребовали реванш. Мы с удовольствием приглашаем в нашу студию самых харизматичных, на наш взгляд, игроков сезона. Обе команды в прошлых играх одержали победу, но нам стало интересно, кто же из них станет абсолютным чемпионом. Итак, мы рады приветствовать в нашей студии Валентину Неустроеву, Анну Туварову и Максима Эверстова. Ребята представляют Национальную библиотеку Республики Саха-Якутия. Добрый день, ребята! Добрый день! Очень рады вас снова видеть в нашей студии. Расскажите, как у вас дела? Давайте напомним название вашей команды и девиз. Наша команда называется «Пушкинка». Девиз у нас очень простой. Читать больше всех, чаще всех, интереснее всех. Мы пришли сюда развлечься и, может быть, победить. После нашей игры вас стали узнавать на улице? Ну, автографы не просят, но те, кто посмотрел какой-то эфир на YouTube, еще где-нибудь, они говорят: а, это вы там показывали дачника в конце? Я говорю: да, это мы. И спрашивают: вы победили или нет? Мы говорим: в основном узнают те, кто участвует тоже здесь, другие команды узнают. Максим Эверстов, капитан команды «Пушкинка», убеждает нас, что библиотекарь – это сугубо мужская профессия. Ведь исторически в библиотеке работали только мужчины. А все мы знаем, что история циклична. Так, на сегодняшний день в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия работает 50 мужчин. А Максим там занимает должность ведущего библиографа медиа-центра. Конечно, любит читать. Предпочитает фэнтези и антиутопию. Анна Туварова с детства знала, что станет библиотекарем, ведь она работает в Доме книги, можно сказать, с детства. Ее мама была библиотекарем, и, став постарше, Анна периодически заменяла ее в летнее время. Так что библиотека для Анны – это второй дом. Сегодня в Национальной библиотеке Якутии Анна Туварова – главный библиотекарь научно-методического центра. В свое свободное время любит мастерить руками, причем работает с деревом. Валентина Неустроева – научный сотрудник научно-исследовательского центра книжных памятников. Изучает рукописные документы, которые хранятся в книжных архивах Национальной библиотеки. Работа скрупулезная, интересная, но требует много внимания и знаний. Поэтому Валентина почти все свое свободное время уделяет чтению профессиональной литературы. А еще она любит фотографировать, рисовать и с друзьями играть в настольные игры. Против библиотекарей сегодня играют представители мира недвижимости. Давайте еще раз знакомиться с Дмитрием Габышевым, Леной Дмитриевой и Марией Чемпиной. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним нашим телезрителям, как вы назвали свою команду и каков ваш девиз. Название нашей команды «СУС». Наш девиз: ни шагу назад, ни шагу на месте, и только вперед, и только все вместе. Риэлтор Дмитрий Габышев в начале этого года поставил себе цель активно заниматься спортом. Выбор пал на кроссфит. Теперь и день проходит бодро, и настроение всегда на позитиве. Так что Дмитрий нисколько не жалеет о своем выборе в жизненном приоритете. А еще он обожает рыбачить и проводить время на природе. Лена Дмитриева также помогает людям реализовывать свою мечту – приобретать свое жилище. В сфере недвижимости красавица уже несколько лет, и она обожает свою работу. А еще Лена много лет бегает, каждый день по 5 километров. Так что забег в нашей телевикторине, мы уверены, будет для нее легкой дистанцией. Мария Чемпина свою работу в мире недвижимости совмещает с общественной деятельностью в приюте для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Еще ей нравится активный отдых, она любит танцевать. А попала в нашу программу Мария совершенно случайно. Она заменила предыдущего участника Андрея Владимирова, который не смог подойти на запись. Ей предложили сыграть в одной команде, и девушка с радостью согласилась. Интересно же. После прошлой передачи вы вернулись на работу победителями. Вот как вас встретили коллеги?
с овациями, с цветами. Как сказать-то, я сразу на завтрашнее утро уже улетел и через 2 недели только приехал. Получается, знаменитым вы стали через 2 недели только, да? Но тем не менее, когда я был там, на командировке, уже через мне отправляли ссылки, там кто-то отметку делал. Ну, тоже. Здорово, да, Лена? Мне получается, родственники и знакомые тоже отправляли. Оказывается, все смотрели, многие. И да. Говорят, что мы тебя видели на НВК. Вот, Мария, вас что ждет? Та же участь. Да. Так, ребята, прежде чем приступить к нашей основной игре, как вы помните, мы вначале задаем каждой команде по 3 вопроса из школьной программы. Вопросы из школьной программы все те же самые, то есть и английский язык, и что там еще? История, биология, химия, и поэтому вам придется все-таки вспомнить все, что вы проходили в школе. И вопросы задают учителя средней школы номер 29 города Якутска. Если так получится, что каждая команда заработает одинаковое количество очков, в этом случае капитан команды будет предложено бросить наш кубик, и у кого цифра будет старше, тот, собственно, начинает игру первыми, да? Команда библиотекари, внимание на экран, вопрос из школьной программы звучит для вас. Назовите слово, прародителем которого является греческий аналог «неизданный». Замечательный вопрос для библиотекарей. Да. То есть слово прародитель. Можете громче совещаться, чтобы мы вас слышали. А повторять будут вопросы или все? Нет, все. Греческий аналог. Русское слово прародителем, которого неизданное. Издание. Нет. Скажем, кто нас нет. Сейчас, подождите, пока. Итак, ваш вариант? У нас нет ответа. К сожалению. Мы с эхо. Все мозги проветрили. Но это действительно непростой вопрос. Давайте узнаем, каков же правильный ответ. Анекдот. Ну, мы точно не отгадали. Неизданный – это анекдот. Да, сложно было. И вопрос из школьной программы звучит теперь для риэлторов. Внимание на экран. Назовите способ образования слова «подоконник». Русский язык. Способ образования слова. Окно. Способ образования, в смысле? Корень находим, что ли? Способ образования слова. Под окном. Под окном была бы фантазия никакой была. Под окном – это подоконник. Подоконник это. Оконник. Я оконник. Какой ты? Вы сейчас, надеюсь, не строительные какие-то навыки знали. Учитель задавала по русскому языку. И ваш вариант, Дмитрий? Лена? Мария? Не знаю, какой-то банальный ответ у нас. Пусть будет банальный, может, он будет правильным. Под окном. Способ образования слова. А если у нас есть ответ, молчите. Русский язык. Вы молчите. Да. Вопрос был задан. У нас ответа нет. Нет. Тогда давайте узнаем, какого же правильный ответ. Способ образования слова подоконник, приставочно-суффиксальный. Это русский язык. Так, второй вопрос для команды Пушкинка. Какого цвета такси в Лондоне? Черные. Давайте сверимся. Учителя из 29-й школы. В Лондоне такси черного цвета. Нет, нормально. Абсолютно верно. У вас есть 1 очко. Второй вопрос из школьной программы для риэлторов. Что случится 30 февраля? Ничего. Почему? Нет, 30 февраля, как бы уже прошлое же. Будущее. Нет. Случится. Как 30 февраля же нету? Нету. А, нету. Нет. А, нету. Нету. Ничего, то бишь, да? Нет. Давайте сверимся, учителя.
Правильный ответ – ничего. 30 февраля не существует. 28 февраля. Замечательный вопрос. Так, у вас тоже есть одно очко. Третий, последний вопрос из школьной программы для Пушкинки. Назовите имя известного летчика, трижды Героя Советского Союза, во время Великой Отечественной войны, сбившего 62 вражеских самолета. Хороший вопрос из курса истории. Лен, ты знаешь, конечно же, так, как историк? Да, очень уверена, что поискала бы Лена. А сколько вообще... В прошлый раз. Сколько вообще было таких летчиков? У нас единственный вариант – Кожедуб. Кожедуб. Хорошо, давайте сверимся. Фамилия, это как фамилия, да. Сверимся, учитель истории. Его имя – Иван Кожедуб. А вообще сколько таких героев, трижды героев Советского Союза, вы знаете? Мы знаем, что был тот еще, которому ноги оторвало, и он на костылях все равно умудрился дальше служить. Но так фамилия у нас сразу всплыла от волнения Кожедуб. Все. А покрышки? Покрышки, да. Покрышки, кстати, тоже трижды герой Советского Союза. Ну, всего их четверо. Абсолютно верно. Так, последний вопрос для риэлторов. Внимание на экран. У вас есть шанс сравнять счет. Все знают, как выглядит американский доллар. Скажите, кроме изображений и рисунков, какая надпись есть? Можно позвонить другу. Звонок другу. Нет, в нашей программе, к сожалению, такого нет. Кроме рисунков. Кроме надо рисунков. Надо вести это правильно, да, в следующем сезоне. Американцы победили, да? Кто? Победили? Нет, это цифры, понятно. Понятно, это надпись. Надпись какая-то, наверное. Как его? Нет, ну эти как его? Купюра, банк, нет, кем день это не? Который печатает. На самом деле вы знаете эту надпись? Ответа у вас нет, да? Три секунды, 3, 2, 1, ответ. Давайте вот ответ. Да, United States, да? Ага, Америка. Давайте сверимся, так ли это или нет. Учитель английского языка 29-й школы даст правильный ответ. В американском долларе есть надпись «In God we trust», которая переводится как «Мы верим в Бога». Да. Библиотекари вы знали, да? Ну, двое из нас знали. Ну, итог нашей мини-викторины в чем заключается? Библиотекари у нас заработали 2 очка. Риэлторы одно очко, поэтому присаживайтесь на свои диванчики. Риэлторы на синий диванчик, библиотекари на красный. А теперь давайте посмотрим, как с вопросами из школьной программы справились наши горожане. Кто первым вышел в открытый космос? Из людей или из животных? Из людей, да. А, ну, Юрий Гагарин. Гагарин, вроде. Юрий Гагарин. Гагарин. Юрий Гагарин. Юрий Гагарин. Леонов Алексей. Алексей Леонов. А астрономия вообще сейчас проходит? Да, в 10-м было. Да? Не было такого, что Леонов вышел первым в открытый космос? Нет. Не было, да? Назовите столицу Узбекистана. Ой, я не смогу ответить. А варианты какие? Ну, Средняя Азия. Какие города вы знаете? Не, боюсь опозориться. Какие вы здесь? Ну, что, в Донецке, на Украине, поэтому... Вы меня в краску гоняете. Какие города Средней Азии вы помните? Ну, не знаю. Ташкент? Ташкент? Ташкент. Какие предметы вы сдавали? Физику, математику, профильную. Кто изобрел радио? Я не знаю. Не знаю. А какие предметы вам удавались в школе? Вот какие нравились? Мне нравится литература и русский язык. Сложно, сложно. Ой, я это из курса физики знал, но сейчас забуду. С буквы З, по-моему. Русский человек. Вроде. Попов. 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 Давайте не ко мне.
Как пишется слово «подскользнулся» вот по буквам? P-O-D-S-K-O-L, мягкий знак. Подскользнулся. 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 P-O-D-S-K-O-L, мягкий знак, Z-N-U-L-S-Я. Подскользнулся. Ну, подскользнулся. P-O-S-K. Типа подскользнулся. Кто крестил Русь? Не знаю. Вот, крестил Русь, это я помню, забыл. Не знаю. Почему-то я не знаю. Крещение Руси при Олеге было вроде, не помню. Владимир Красносолнышко. Русь кто крестил? Владимир. Князь Владимир в 1919 году. Ой, 912 году. Какая страна занимает целый материк? Целый материк? Какая? Россия. Так, страна... Что-то меня зарекнуло. Африка. Австралия. 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 Все поняли правила игры, и так мы начинаем. Команда красных кидает кубик первой, и таким образом определим, какое задание ей попадется, и сколько шагов она сможет сделать в случае успеха. Так, я хочу предупредить, что если кубик покажет цифру 6, в этом случае свой вопрос задают самые младшие эксперты нашей программы, ученики 1 класса 29-й школы города Якутска. Эта же участь вас ждет и в конце нашей игры. Если ходов у вас осталось меньше, чем покажет кубик, то, опять же, вы отвечаете на вопрос наших малышей и, конечно же, выполняйте задание последнее, вот, которое указано на нашем поле, это пантомима. Нужно справиться обязательно с двумя заданиями. Если вы справляетесь, то вы, конечно же, побеждаете в таком случае. В любом случае, на каждый ответ вам дается по 45 секунд. Итак, начинаем. Максим кидает кубик. Команда красных Пушкинка. Один. Так, вам предстоит порисовать. Максим, подходите к нам, выбираем карточку. Вначале выбираем карточку. Смотрим на синий фон, на голубой фон и кисточку с карандашом. Ребятам своим не показываю. Так, вам нужно будет нарисовать. Время. Круг. Это не еда? Буратино. Ежик. Человек. Нос. На носу. На носу пятачок. Праздник на носу. Козявка. Бородавка. Верно, бородавка, да. Так, торжественно делайте один ход вперед. Один ход. Ваша фишка красного цвета. И встаете на голубой фон. Сюда. Сюда. Та-да, молодцы, здорово. Так, команда синих. Команда риэлторов продолжает игру. Дмитрий кидает кубик. По заказу? Какой шифр вы хотите? Какой попадет? Два. Но вам предстоит говорить. Подходите к нам, выбираем задание. Смотрим на розовый фон человечка, который говорит. Так, подскажу вам. Вот. Словами. Однокоренные слова нельзя использовать. Да. Можете синонимы, антонимы. Говорить. Все, время. Одно слово. Я в основном одеваю постоянно, по утрам. Рубашку. Рубашка, еще. Галстук. Вот. Галстук. Верно. По утрам Дмитрий постоянно надевает. Здорово. Так, Дмитрий, торжественно делайте два шага. Подождите. А где аплодисменты? Раз, и раз и два. Молодцы. Так, Пушкинка. Команда красный. Давай пятерку. Пятерку. О, нормально. Пантомима. Нормально. Зеленый показывать. Время. Предлог и слово. Так.
Жара. Жара? В жаре, в солнце. На жаре. Жара под солнцем. Жарко. Да-да-да. Предлог и слово. Жара, солнце под солнцем? Под палящим солнцем. Жарко плавился. Жарко, иду по жаре. Жара. Жара под или жар... Что-то... Показывай. Так, под солнцем. Плавлюсь под солнцем. Расплавленное солнце. Горячее жара солнце. Жара, третье слово. Горячее слово пустыня. Так. Жара. Солнце и жара. Солнце и жара. Тепло и жара. Тепло и жара. Лето и жара. Усталость и жара. Усталость и жара. Усталость от жары. Я что поволновалась. Давайте пожелаем удачи команде синих. Итак, Мария, давайте тоже по заказу какую цифру вы хотите? Любой. Любой. О, дядя. Говорить. Так, говорить, да. Синий фон, человечек. Время. Сколько слов? Три. Три слова. Я закрываюсь от дождя. Зонтик. Ага. Так. Под. Показывать не надо наговорить. На меня сильно. Солнце. Да, закрываюсь. Вот этим зонтиком. Да. Светит на меня. Солнце. Солнце светит. Да. Солнце светит. Я закрываюсь. О, где? Под зонтиком? Нет. Как его? Это какой-то дождь или РБТ? Нет. Время. Время, да. Ответ? Зонтик от солнца. Ну вы же причем отгадали каждое слово отдельно, вы угадали. Нужно было соединить фразу. Нужно было сказать тогда... Соединяйте. Предлог. Да, добавил. Присаживайтесь, Мария, на место. И Пушкинка продолжает. Валентина. Нормально. Раз, два, три. Рисовать. Время. Корыто. Лодка. Так. Сердитый. Фуражка. Полицейский. Полицейский. Арестовать. Тюрьма. Казарма. Заключение. Решетка. Заключение. Что побег! Так, полицейские заключения. Надзиратель! Надсмотрщик! Охранник! Нет. Тихо. Машина. Машина! Нет. Да. ГАИ! Автозак! Так. Водитель! Похищенный преступник! Полицейский этот. 5 секунд! Полицейский, который взорвал машину, да? Как же его? Гаишник? Нет, другое говорит. Ответ? Обыск. Жестко. Это сложно, да. Обыск сложно. Мы рядом были. Ничего. Карман смотрит. Автозак, да? Варианты хорошие были. Так, риэлторы, давайте так же азартно, как Пушкинка. Лена бросает кубик. 5. Говорить. Время. Надо говорить. Говорить надо. Из двух слов получается, да? При рождении ребенка. Беременность. Нет. Плачет. Нет, как при рождении ребенка документ получают. Свидетельство. Нет, и там что написано? Выписка. Нет. Чье имя? Справка. Все. Ответ мужское имя она использовала. Слово имя вы сказали уже, Лена. Писать. К сожалению, да. Так. Готов? Да. Максим уже готов? Да, вырваться вперед. Я держать. Нормально. 4. Также. Раз, два, три. Также рисовать. Рисовать. Уджи. Время. Давай. Ага. Два слова. Любовь. Любиться. Сердечко. Светится. Бьется сердце. Бьется сердце. Бьется сердце. Сердце. Сердцебиение. Сердцебиение. Сердце бьется. Бьение сердца. Нет. Молодцы. Вы тренировались, я. Молодцы. Да, есть такое. Вы точно тренировались. 4. Так, 4 шага. Мы не тренировались. 1, 2, 3, 4. Все. Вот это вот сижу, понять не могу, почему. Я тоже друг. Не в ту сторону. Ну вы крутые.
Пантомима, Дмитрий. Пантомима. Желтый фон. Один, два. Время. Три слова. Три слова. Предлог есть? Ага. А я забыл же. Что там было-то? Ага. Три слова. В. Говори, говори. Да, давай, давай. А, показывай. Показывать. Елка. Елка. Подарки. 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 Возле елки подарки. В лесу подарки. В лесу. В лесу. В лесу грибы. Грибной дождь. Грибы собираю. В лесу грибы. В лесу грибы собираю. В лес. В грибах. В лесу. Время. Время. Сбор. Сбор грибов в лесу. Ну, Магеда, вы были так рядом. Так я собиралась. Это игра. Нужно было сказать прям точно. Точно. Да. Сбор грибов в лесу. Так, пятерка. Пушкинка продолжает. Давай пятерку. Вот с этой стороны. Здесь, если на это наступаем, то все, да? Это последнее. Да. Пять. Давай. Просто доверься сердцу. Сердце. Все, ладно. Раз, два. Ну, это пантомима. Пантомима. Время. Два слова. Кататься, ехать, идти. Поезд идет. Поезд идет. Серьезно? Нифига себе. Раз, два. И все, поезд идет, ты молодец. Вы молодцы. Поезд идет. А как получилось сразу? Вообще, поезд идет. Мы с Эхом. На одной волне. Так, риэлторы. Завистью и ревностью смотрим на библиотекаря, на своих оппонентов. Так, Мария, давайте. Так. Пятерку. Только не двойку. Пятерку. Пятерку давайте. И говорить. И говорить. Поехали. Так, в пятницу. Два слова. В пятницу мы договаривались. В пятницу делать что? Каждую пятницу. Встреча, планерки? Нет, так показывать надо, только объяснить. А, каждую пятницу. Встречаться. Мы еще делали это, только я туда не пришла, шашлыки. Я заболела. Нет. Ой, ты когда это было-то? Вы в офисе делали, там была Настя. Настольная игра? Да. Настольная игра. Да, да. Настя и настольная игра. Там не было Насти, но сразу все поняли. Так, Мария, делайте два хода вперед. На синий фон. Раз и два. Да. Ура! Ура! Так, Пушкинка. Там упала. Ой. Три надо. С Богом. Кидай от сердца, но должно быть три. Ну ладно, ничего, мы тогда отвечаем. Два задания, да, ждет Пушкинку. Вначале выполняем пантомиму. Время. Одно слово. Погоны. Так. Священник. Да. Нифига себе. Так, присаживайтесь. Реально сосека. Сила земли. И второе задание от маленьких экспертов нашей программы. Ученики 1 класса 29 школы будут объяснять вам слово или словосочетание. И ваша задача угадать, о чем идет речь. На кону победа, поэтому удачи. Это вымышленные люди. Что-то необъяснимое. Это когда ты что-то представляешь, а этого никогда не будет. Типа что-то на ум рисовать, там, что-нибудь делать на ум. Такого не может быть. Железный человек, ну там какие-то персонажи, они не существуют. Вот. Когда в фильмах, да, что-то живые животные, да, которые разговаривают, этого быть не может. И когда человек что-то выдумал, а в реальности этого нету. Это когда ты рисуешь или что-то придумываешь, то, что не существует в нашем мире. Жанна кино, где рассказывает о мирах, о героях. А мы можем сколько угодно вариантов накидывать или нет, как? Нет, один. Один? Фантазия. Мы говорим фантазия. Ответ. Наш ответ фантазия.
Вы да. уверены, да? Или фантастика. Нет, или воображение. Второго шанса мы второго не можем. Да, 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 да. Ну давайте, ладно. На самом деле это не фантазия. Фантастика? Нет, это фантастика. Я говорил за фантастику. Так что ваша фишка стоит на месте. Игра продолжается. Команда риэлтор. Жанр диктора. Он же сказал. Пятерку. Хотя бы так. Два, три, четыре. Кот в мешке, музыкальный вопрос. Присаживайтесь и внимание на экран. Свой вопрос задают артисты Якутской государственной филармонии. Произведение этот мотив? Мы должны сказать автора или песню? Или... Название. А, название. У меня вариантов нету. Нет, у меня тоже. Нет. Можете чуть-чуть подумать? Ну, в кинофильмах он звучит. Да, мелодия-то, она знакомая, но... Да, мелодия знакомая, но вот... Не можете вспомнить, да, откуда? Примерно. Ну да, эту композицию вы точно слышали. Ага. Давайте узнаем, каков же правильный ответ. Это прозвучала тема из фильма «Амели». «Амели» — кинофильм. Нет, я бы не угадала. Вы угадали? У нас один отгадал, мы не... Вот. Так, фишка синих стоит на месте. Команда Пушкинка продолжает. Ну, давай, Макс. Нам нужно три. Один. Ну, говорить. Ну, давайте. Ну, тогда. Желтый фон и говорение. Ну, что так волнительно. Время. Четыре слова. Первое слово — инфинитив. Я беру молоток, что я хочу сделать в стену? Ударить. Прибить. Прорубить. Прибить. То у меня в руках есть еще металлический предмет, кроме молотка. Ага. Для чего я использую молоток? Гвоздь. Да. Гвоздь. И что я хочу сделать? Загвоздить стену. Четыре. Да, почти. Четыре слова. Я хочу инфинитив, потом то, что ты сказала. Давайте. Первое слово — инфинитив. Начальная форма глагола. Бить. Что? Гвоздь. Стену. Да. У меня давление поднялось. А я пыталась вспомнить, что такое инфинитив. Максим, двигай вашу фишку. Так, здорово. Дмитрий, продолжаем. Вам нужно, наверное, хоть бы не двойка. Двойка? Лучше так. Один. Ну, главное, не двойка. Рисовать. Да, рисовать. Время. Деньги, доллар, евро. Евро. Купюра. Показывать не надо, только рисую. Вместе. Валюта. Банк. Сумма. Это что? А, это банкир. Банковский работник. Касса. Одно слово. Сейф. Миллионер! Миллионер чего? Миллионер что делает? Давай, давай. Деньги! Доллары, миллионер! Доллары! Раскидывает, разбрасывает, поднимает! Мультимиллионер. Ну вы были так рядом, да. Почти. Ну сложно, да, 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 да. Как вот нарисовать мультимиллионер? Пушкинка? Два, два. Либо три, и нужно детей слушать. Ой. Рано радоваться, так, подождите. Тихо, да, все. Так, пантомима, только одно задание. Пантомима. А все пантомима, да? Да. Максимально прям. Давай. Время. Одно слово. Так, лепить. Пельмени. А, вареники кушать. А, масло. Вареники. Пирожок. Пирожок. Да. Победителем сегодняшнего шоу становится команда «Красных пушек». Национальная библиотека нашей республики. Ура! Мы поздравляем вас и вручаем вам сертификат медицинского и спа-центра «Канти». И все подробности об услугах узнавайте в социальных сетях. Это мне.
можно сфотографировать, да, этот момент. Огромное спасибо вам за участие. Ребята, скажите, вот риэлторы Пушкин, как была сильная команда, они на высоте. Молодцы, вы подготовленные, суперские ребята. А видите, как они показывали предлог? Вот как вы показывали предлог? Это предлог. Это предлог. Ну, у нас тоже, типа такого мы тоже придумали. Над, в, под. О, ничего, у них даже отдельные предлоги. Я, кстати, вот думала, что за вдруг. Мы хотели вообще вот эти вот, мы еще в школе, получается, когда... Готовились. Когда готовились, мы общались, ну, как не мы. А, Б, В, Г, Д, Е. Ну, так, все алфавиты, короче. Интересно, да. Интересно. Ну, это нам помогало иногда в некоторых случаях. Но, тем не менее, вы молодцы, вы супер. Спасибо, ребята. Спасибо. Спасибо. Спасибо за игру. Вам нужно сегодня в казино пойти и все поставить на цифру 2. 100%. Прям все квартиры ваши, которые у вас есть, риэлторские. Так, а ребята, что такое инфинитив все-таки? Начальная форма, когда что делать. Что делать? Точно, просто, господи. Как вам вообще прийти снова в эту студию? Волнительно. Отлично. Интересно. Жарко, эсэх не помешал. Да. Наоборот, подготовил как будто, да? Да, слава богу. Было интересно. А вот это правило, мы его одобряем. Прикольно с ним играть, когда усложнение. У нас фантастика была вариант. Мы думали между фантастикой и фантазией. И потом получилось, что мы подумали, что дети такое слово фантастика сложное не знают. И такие сказали фантазия. Оказывается, они все знают уже. Не надо. Значит, мы победили уже все, да? Да, вы абсолютный чемпион. И, кстати говоря, Лена, я думаю, что в начале следующего сезона Пушкинку нужно... Да, опа, конечно, там Якутск. Это да. Сентябрь, да? Вот предыдущие ребята, очень сильные тоже команды. Опа. И они тоже победили вот до вас. Я думаю, что вас нужно вот классно, как-то схлыстнуть. Да. А сколько всего шоу таких получается, ты суперпобедителей? Сколько команд получилось? Мы позвали только самых харизматичных, ага, если честно. Ага. Потому что среди них есть не очень харизматичные игроки. Позвали вас, их, ну, четверо самых, и риэлторов в том числе. Что ж, огромное спасибо вам еще раз за участие в нашей программе. Я думаю, что спрашивать, что было сложно, что было не очень сложно, наверное, уже не имеет смысла, да? Вы, кстати, с ответами детьми же не сталкивались в прошлый раз, да, вот, то есть с заданием детей? Было вроде. А песня, да? А песня была. Песни. С песнями детей это было сложно, да? Согласитесь? Да, это один из самых сложных, наверное, моментов, когда ты не понимаешь. Моргенштерн. Ребята, кстати, этого избежали, потому что вы были в начале нашего сезона. Этого задания еще не было. Мы придумали это позже. Но да, детские песни. А он где здесь был? Или в начале только он был? Это тоже есть, я выпадала, цифра 6. Это тоже было на... Да, мы один раз угадали. И представляете, мы угадали его. Да, число случайно было. А, я уже не помню. Да, мы так угадали, да, ребята. Да, было что-то такое. Друзья, приглашаем вас принять активное участие в нашем шоу «Телеактивно». Если вы азартные, веселые, если учитесь в школе или уже работаете, собирайте свою команду из 3 человек и мигом бегите к нам в студию. Мы вас ждем. Все заявки принимаем на электронную почту teleaktivno@mail.ru. А с вами в этой студии была Ларина Сукуева и Лена Андреева. Пока! До новых встреч!